направляйтесь на юго-запад. Открыть Google Chrome. Запуск приложения Chrome. И тут вводим ссылки. Ну, как обычно, друзья, устанавливаем Android Google, ну, Gmail для активации Google аккаунта. Так. Вот он скачивается. То есть я, извините за ошибку, это Google Account Manager. Ну, чтобы мы потом могли работать, выходя в браузер с аккаунтом. Так, открыть. Устанавливаем Google Account Manager. Готово. Теперь, ну, те, кто знает, для тех, кто знает, да, как обычно, устанавливаем FRP Bypass для входа в браузер и ввода аккаунта. Также набираем ссылку bit.ly/FRP_bypass. И перейти. Так, сделаем один бай. Да, я через у сделал, тут ошибка. Так, вот так вот bypass. И скачиваем этот файл. Так, он скачался, открыть, установить. Слава богу, что для, ну, тут версия Android 8 стоит. Приложение устанавливается. Троеточие. Выход в браузер. И тут мы вводим аккаунт, который существует и от которого мы знаем пароль. Так. Gmail. Я L не поставил. Gmail.com. И вводим пароль. Войти. Также не забываем подписаться на канал, друзья.
потому что мой канал был удален, и я заново восстанавливаю. И это, поверьте мне, очень тяжело и трудоемко. Если вы подпишетесь, это будет лучшая благодарность. На этом все. Сейчас он вошел в другой аккаунт. Мы просто берем и перезагружаем девайс. Давайте выключим и включим. Можно и перезагрузить. Так, пытаемся пройти. У нас уже, как видите, Wi-Fi подключен. Как видим, у нас аккаунт добавился. Это говорит о том, что у нас все получилось. Так, HTC. Не восстанавливать. Нет, спасибо. Телефон готов к работе. Наш зверек свободен, друзья. И на этом можно ей пользоваться по полной программе. Надеюсь, этот ролик вам помог или поможет. В общем, спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал и пишите в комментариях. До новых встреч, друзья.